Здорово, уважаемые подшипники! Сегодня я вам расскажу, почему не стоит выбрасывать отработанные свечи зажигания. У каждого человека есть подсознательное желание поскорее избавиться от вещей и предметов, которые отслужили свой срок и отработали свои функции. Почему не стоит так поступать с отработанными свечами зажигания, рассмотрим далее в видосике. Когда могут пригодиться отработанные свечи? Несмотря на то, что свечи уже прослужили гарантийный срок эксплуатации, в некоторых ситуациях они могут еще пригодиться. Рассмотрим типичные случаи. Номер один. Использование отработанной запчасти в качестве образца при покупке новой детали. Такой метод приобретения запчасти знаком каждому автолюбителю. Чтобы не ошибиться с типа размером свечи, ее калильным числом, резьбой и прочими параметрами, которые знакомы только продавцам-профессионалам, лучше ехать в магазин с другой свечой. Тогда можно быть уверенным, что купленная свеча зажигания точно подойдет к вашему двигателю. Особенно нужен образец, когда свеча покупается на АЗС, где профессиональная помощь будет недоступна. Номер 2. Внезапный отказ запуска двигателя. Ситуация может произойти в холодное время года при отказе одного из датчиков. После устранения неисправности повторные попытки запуска могут быть неудачными, поскольку свечи зажигания окажутся залитыми при предыдущих неудачных попытках. Чтобы запустить двигатель, необходима очистка и прогрев свечей, то есть прокаливание. В этот момент запасной комплект старых, предварительно подготовленных к экстренной работе свечей будет как нельзя кстати. Поэтому желательно демонтированные старые свечи очистить, прокалить, завернуть в мягкую ветошь, поместить в полиэтиленовый пакетик и хранить в бардачке автомобиля на экстренный случай. Номер 3. Обработка места установки свечей. Перед установкой новых свечей желательно обработать резьбовое соединение, в которое будут устанавливаться свечи, раскоксовывающим составом или маслом. Это необходимо, чтобы не повредить резьбу. Такую работу лучше всего проводить при помощи нерабочей свечи. Ее без опасения можно окунуть в специальные составы, прогнать 2-3 раза по резьбе для удаления кокса и прочих загрязнений. Номер 4. Запасная, даже старая свеча может помочь соседу по гаражу или стоянке запустить двигатель. Номер 5. Неисправная свеча может пригодиться для изготовления самодельного компрессометра. Номер 6. Отработанная свеча является своеобразным диагнозом для опытного моториста. По ней можно судить об установке угла зажигания, качестве воспламенения, расходе бензина, отношении топливо-воздух в вашем двигателе. Уважаемые подшипники, если вам не понравился видосик, ставьте ему дизлайки и устраивайте срач в комментах. Чувствуйте себя как дома. Всем пока!